Возлюбленные во Христе братья и сестры, позвольте мне поздравить всех вас с воскресением, со светлым воскресением Христовым. Христос воскресе! Конечно, в этом году, к нашему большому сожалению, ну так есть календарь, другие наши христианские братья, в том числе, прежде всего, наши братья православной церкви, празднуют Пасху Христову только в мае. Поэтому в разделении, можно сказать, больше месяца. Им позвольте мне желать доброго пути Великого Поста, чтобы и они могли встретить светлое воскресение Христово для их жизни. А всем нам, кто празднует сегодня Пасху Христову, светлое воскресение Христово, я желаю пережить воскресение Христово как обновление своей жизни. Мы знаем, что Христос воскресший победил смерть и зла. Мы знаем, что смерть сейчас не является последним словом над нашей жизнью и над всей историей. Что значит тогда воскресение Христово для нас? Значит, что последнее слово в нашей жизни, во всей истории – это милосердие, милосердие Христово, милосердие Божие. Если правда, что во кресте, то есть когда Христос умер на кресте, изливался этот поток милосердия Божьего, то он подтвержден именно воскресением, потому что Христос воскресший не оставляет больше своего народа. Мы это видим в братской любви, которая характеризует народ Божий после воскресения. Дорогие братья и сестры, пусть эта братская любовь характеризует и все наши общины, чтобы люди могли бы видеть в нас, в нашем единстве, в нашей братской любви воскресение Христово. Христос воскрес! Воистину воскрес!